посадила на свою кошку, думаю, надо же ему тепло. То есть это самое главное, чтобы было тепло и комфортно животному. Потому что в идеале для выхаживания обезьянок нужен брудер, то есть это инкубатор, в котором поддерживается определенная влажность и температура. Само собой, вот он как, я посадила его на кошку буквально вот в первые минуты его приезда ко мне домой, и он успокоился сразу и все, и все это мама.